Добрый день, друзья и гости моего канала. Сегодня я вам покажу, как сделать простые розочки из гофрированной бумаги. У меня вот имеется разных цветов такая бумага. Это бумага китайская. Она не самого лучшего качества, поэтому для этих цветочков, конечно, она подойдет. И тем более, что она дешевле, чем такая, которая вот действительно получше. Вот я использую вот такую вот компанию. Вот что на ней написано. Вот я уже сделала много цветочков. Вот видите, разные. Это такие вот светло-розовенькие цветочки. Но покажу я вам, как я делаю этот цветочек на красной бумаге, потому что, ну, думаю, в камеру это будет трошку лучше видно. Значит, вырезаем полосочку. Полосочка у нас будет 50 сантиметров длиной и где-то 7 сантиметров, 7,5, 6,5 шириной. Немножко вот так вот я подрастянула. И далее делаю, вот отступаю отсюда, от с этого края приблизительно 2 сантиметра. Заворачиваю. И далее смотрим. Вот эту часть на пальчик. И вот здесь вот заворачиваю как конфетку от себя, опять на себя, от себя, вот эту часть на себя, от себя. Сильно не приминайте эту часть, иначе розочка получится такая приплюснутая. Опять на себя, от себя, вот эту часть чуть-чуть подрастягиваем, на себя, от себя, на себя, от себя. Так. Если где-то неровно получилось, не страшно. Так, еще раз смотрим. На себя, от себя. Именно вот эту часть вот крутим. Как конфетку заворачиваете. На себя, от себя. На себя, от себя. На себя, от себя. На себя, от себя. Так, доходим до конца. Эту часть последнюю, этот кончик тоже немножко загнем. И теперь мы начинаем сворачивать. Сворачиваем там, где закончили. Также, если кто-то захочет с конфеткой сделать, можно сюда конфетку покласть. Тогда надо вот эту часть, серединочку, подрастянуть. У меня конфетки нет, это я делаю для новогодних поделочек. И вот смотрите, заворачиваю не сильно плотно. Не сильно плотно делаем воздух. И смотрите, чтобы вот эти вот части, когда будете собирать, были не выше центральной части, а наоборот, чуть-чуть ниже. Можно собирать на нитку, а можно собирать на клеевой пистолет. У меня клеевой пистолет не разогрет, поэтому мы будем собирать на нитку. Так, вот собираем, немножко вот присбариваем внизу. Такие делаем как бы складочки, чтобы наша розочка была такая вот более воздушная. Так. Так. Собираем. Так, вот собираем. Собрали, да? Теперь, конечно, ниточку надо было взять по цвету, но опять-таки, как всегда, я не подготовилась. И начинаем вот так вот закручивать. Вот видите, оторвалась. Начинаем снова. Вот такая вот розочка у нас получилось. Еще хочу сказать, что бумага, хоть вот один производитель, но она отличается. Допустим, вот эта бумага, такая вот бледно-бледно-розовая, она такая вот плотная, это какая-то уже мягкая. Не знаю, вот видите, китайцы эти как сделают что-нибудь. Я вам покажу. Я подготовила много цветочков, и теперь я покажу, как я делаю дальше.
вот попочки я вот здесь вот обрезаю. Так, обрезаю попочки ближе к тому, где мы закручивали. Также обрезаю ниточки. И в этих местах надо пройтись будет горячим пистолетом для того, чтобы ниточки эти не распустились в нашей поделке. Так, ну вот еще покажу. И ниточки так вот закрепляем. Уж точно будете знать, что у вас ничего здесь не распустится. Покажу, как я буду наши розочки украшать. Посмотрите, я их делаю немного более такие живые. Как я это делаю? У меня есть пастели на розового цвета. У меня здесь вот немножко, я так ножиком шила себе такой, как пудрочки. И теперь что я делаю дальше? Я беру розочку и прохожусь по краям. И в серединке наша розочка получится такой более изящный, и у нее получится такая вот более глубина. Вот по краешкам можно просто вот так взять и пройтись вот по самим краешкам, рисовать мелом, как в детстве. Вот, на камеру уже видно, что она уже изменилась. Но это не все. Я еще решила еще что сделать. Показываю. Значит, я беру свою любимую краску. Эмаль перламутровая, которая отсвечивает розовинкой. Я беру на кисть немного. Кисть у меня синтетика. И в эти места, где я нанесла, я еще прохожусь этой краской. Краска очень блестит, переливается. И очень красиво получается. Вот по краешкам пройдусь. В серединке немножко больше. Потому что серединка, она, как правило, у розы серединка, как правило, темнее, чем лепестки самые крайние. Это очень все быстро. Краска эта тоже акриловая, она без запаха, она быстро сохнет. Вот такая красота у нас получается. Вот видите, розочка как преобразилась, да? Очень красиво. Потом я покажу свой новый проект. Будем делать красоту. Вот. И вот таких вот розочек я буду делать много. Вот сравните. Вот эта розочка у меня с пастелью розовой, а вот эта розочка без пастели. Просто я прошлась этой краской по краешку. Но тоже очень красиво получилось и имеет место быть. То есть можно делать и так, и этак. Можно пройти серебром, но я вот решила, что у меня будет в розовом цвете. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, у вас все получится. Короче, после 20-й розочки у вас тоже будет все идеально получаться. До скорой встречи. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет много всего интересного.